Verão, cool. Não play. Так, чтобы было лучше видно, ставим кавити. Лучше видно не стало. Так, R, Y получается. 5 градусов. 45. RX 35. Вот, теперь убираем его. Блин, а эти штуки выключаются, что ли? Вот, выбираем эту штуку. Выбираем дальнюю штуку. Edit mode. Выбираем вот эти вот. Эти G. Пишем knife. Бля. Knife. Knife. И не надо читать. Knife project. И ничего не произошло. Выделяем эту штуку, выделяем эту штуку. Ну-ка, если вот так вот. Тоже ничего не произошло. Что я сделаю? Все же работало. Когда доработал? Так, может, надо лишниковское удалить. Link spaces. Может, что-то типа вот такого надо сделать. Работало. Я получился не то. Да, хотя бы вот так попробуем. Да что ты будешь делать? Почему так? Почему не работает? Короче, инструмент сломался. Пофиг, так сделаем. Вот. Нож, кстати, тоже снайпится теперь, если Ctrl зажимаем. Кстати, а почему эта штука-то не работает? Вот я зажал Ctrl. Короче, без knife project получилось. Так.
Так, вот у нас есть эта штука какая-то. Угу. Что-то я немного не так сделал, да пофиг уже. Главное, смысл. Не смысл, а типа как это дальше, что с этим делать. Что-то не работает такая фишка, как показано было на видео. Блин, а как он там? Что-то я не понял. Так что? А, вот да, вот так. Во. Так, а теперь надо вот так подумать. Так, а это у нас как-то подумать надо. Короче, все надо погнать. Все во все стороны. Так, это надо сюда, это сюда. Типа вот так что ли. Так. Прикольная штука. Так. Что, похоже? Ну ладно, пусть будет так.